Ну, как настроение? Начинаем учиться? А? Да. Хорошо. Ну, давай читаем. Рузи. Ры. Рыжик. Рызык. Три. Тим. И, Тим. Дим. Дим и... Чо... Голь. Шо... Шогой. Шогой. Угу. Шогой. На груше дома чердак. 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 Там живет качунок. Рузик. Его друзья. Его друзья шунок. Тим и Шогол. 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 Шонок. Щенок. Щенок. Щенок живет в Кануре. А Шигот. Шогол. Шогол в гнезде. 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 Так, далее. Веселый. Сейчас. Свистунска. Свистулька. Свистулька. Нет, смотри. Свистулька. Свистулька. Живет в дельфинарии. Дельфинарии. Он отчит. Большой. Больше. Больше всего. 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 Дельфин. Дельфин. Всего дельфин. Любит. Любит ден пет. Пет. Пет свит. Свистеть. Петь свистеть. Петь свистеть. А недавно он плавал вместе с мальчиком. Им вместе было очень вечеро. Весело. Вечеро. Весело. Вечеро. Им вместе было очень весело. Далее. Футбол в лесу. В лесу было где две команды. Игроки. Команды. Хвосты. Лисы и басуки. Лисы и басуки. И тренер. Их тренер. И тренер. Филин. Дома. Фома. Фома. Игроки. Команды. Грызуны. Мыши и суслики. Их тренер. Филин. Вова. Вот и игра. Лис фантик забил
Два года. Гола. Гола. Два гола. А мусонов. Фёдор. Фёдор. Три гола. Но вот Басу. Фёдор забивает гол. Три нет. Фома. Свистит в свисток. 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 Кто победил? Кто победил? Кто победил? Однажды утром вышел сонушку колокольнышко. Солнышко, колокольнышко. Колокольнышко. Сорока. Жанна задремала на ветке дуба. Вдруг шум. Гам. Тарарам. 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 Клубок. Шерсти. Лечит. Визит. И охает. Паза. Патон. Потоп. Потоп. Паза. Потоп. На шествие. Жуков не паза и не потоп. Кролик, жора, прыжки, напуган, жану. Хорошо. Так, давай посчитаем числа. Есть. Двадцать. Триса. Сорок. Пятьдесят. Шестьдесят. Шестьдесят. Восемьдесят. Двадцать. Девяносто. Девяносто. Сто. Пятьдесят. Пятнадцать. Семнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девяносто. Двадцать пять. Двадцать семь. Двадцать девять. Тридцать пять. Сорок четыре. Сорок девять. Восемь десять пять. Сто один. Сто два сад пять.
10 тысяч. Хорошо. Так, с этим мы разобрались. Давай почитаем. Когда Клау обычно встает, он обычно встает в 8 часов.
Почему сегодня он встал в 7 часов? Сегодня он встал в 7 часов, потому что вчера он был в театре и не сделал домашнее задание. Почему вчера он не сделал домашнее задание? Потому что он был в театре. Что он должен делать? Он должен выучить новые слова и повторить грамматику. А когда он позавтракал в 8:30, что он съел и что он выпил. Он съел два бутерброда, яйцо, и выпил чашку кофе. Когда Том позвонил в 8:50. А что Том спросил? Том спросил, прочитан ли Клаус детектив? И Том сказал, что он тоже хочет прочитать его. Что Клаус ответил? Клаус сказал, что он еще читает этот детектив, но он может дать другой, который тоже интересный. Когда Клаус пятнадцать. Когда уроки начинаются и кончаются. Уроки начинаются в 10:30 и кончаются в 12:45. Что обычно делают Клау и его друзья после уроков? Клау и его друзья обычно обедают вместе. Почему сегодня Клау не обидан, потому что он должен встречать брата на вокзале. На каком вокзале Клау должен встречать брата? Клау должен встречать брата на московском вокзале. Сколько времени Клаус не был дома? Клаус не был дома два месяца. Клаус рад видеть брата? Да, конечно. Клаус рад видеть
брата. Что брат сказал? Брат сказал, что дома все нормально. Какую работу с утра нашла? Сестра нашла интересную работу в каком городе? Где? Городе. Сестра нашла интересную работу. Сестра нашла интересную работу в другом городе. Где? Городе. Какую машину учат? Купил. Отец купил новую машину. Как мама чувствует себя. Она болела. Но сейчас и уже чувствует. Себя хорошо. Где братья были на экскурсии в 3 часа? Братья были на экскурсии в 3 часа в Эрмитаже. Что клоун показывал брату после экскурсии? Клоун показывал брату часть города. Центр города. Лестница и массовая польза. Что брат купил в гостином? Дворе. В гостином дворе брат купил сувениры. Где брат купил сувениры? Брат купил сувениры в гостином дворе. Что они делали в 8 часов? В 8 часов они поужинали. Где они поужинали? Они поужинали в литературном кафе на Невском проспекте. Где находится литературное кафе? Находится на Невском проспекте. Когда они были дома в 9:30. Что они делали дома? Они устали и легли спать рано. Что клоун опять не сделал домашнее задание, когда он будет его делать. Он будет делать его утром. Хорошо. Так, давай ответим на вопросы. Что вы любите делать в свободное время? В свободное время
люблю смотреть телевизор. Ага, хорошо. Какие фильмы, передачи и книги вам нравятся? Я люблю смотреть комедии, боевик, ужасы. Комедия, фильм. Детективы. Книгу. Хорошо. Передачи, ладно. Какая музыка вам нравится? Где и когда вы ее слушаете? Слушаете музыку? Я люблю рок, классика. Классическую музыку. Классическая музыка. В театре. Люблю слушать в театре. Хорошо. Где вы обычно гуляете, отдыхаете в свободное время? Я обычно гуляю в парке. И отдыхаю дома. Свободное время дома. Дома. Хорошо. Чем вы занимаетесь в субботу, в воскресенье? В субботу и в воскресенье я люблю играть. Играть в теннис. Хорошо, молодец. Так. Опиши себя, как ты выглядишь. Мне... Вот пример. Меня зовут Антон. Меня зовут Антон. Мне 35 лет. Я высокий и стройный. Стройный. Но не худой. Спортивного телосложения. У меня темные. Коричневые глаза. И темные волосы. Я очень веселый. И дружелюбный вечерами с друзьями играю в теннис. И у меня много друзей. Я очень люблю готовить для своей семьи. Это вот пример. В дальнейшем ты можешь, вот это на вьетнамском привела, как надо себя описать. Это пример был. Так, далее. Включим. Опиши, как выглядит ваша комната и что в ней находится.
высокий и высокий Вот пример. В моей комнате есть. В моей комнате. Комнате есть стол. Стул. Есть кровать. На столе стоит компьютер. Компьютер. Еще. Есть шкаф. В шкафу стол. Стоят книги и моя одежда. На окне стоит ваза с цветами. На полу лежит ковер. Также есть у меня диван. На нём лежит много подушек, одеяло, возле стола стоит стул, на окнах. Окна, занавески. Занавески. Это вот как описать комнату, что есть в комнате. Так, это мы выключаем. Так, этим мы закончили. Давай вот это вот. Это ты учил? Не помнишь? Не помню. Хорошо, сейчас. Так. Так, поучим тогда. Пиджак. Читай. Брюки. Шляпа. Шляпа. Носки. Платье. Костюм. Шарф. Перчатки. Печатки. Свитер. Ремень. Рубашка. Галстук. Юбка. Майка. Куртка. Тапочки. Ботинки. Туфли. Блуза. Сарафан. Шлепки. Шапка. Кроссовки. Варежки. Очки. Зонт. Рюкзак. Бейсболка. Бейсболка. Сапоги. Халат. Сумка. Чемодан. Жилет. Шорты. Пальто. Шуба. Тут надо вставить вот сюда вот слово, да? Читаем. Куда идет эта девушка с книгами? Она и... Что она делает? Она их несет. Их в библиотеку. Несет. Куда едут
эти машины с фруктами. Ми. Угу. Они? Что они делают? Машина что может делать? Они везут. Везут. Они везут. Фрукты на рынок. Куда едут эти машины с фруктами? Они везут фрукты на рынок. Далее. Куда идут этот экскурсовод с туристами? Он. Куда идут этот туристов? Ну, какое место? Он ведет туристов в Эрмитаж. Несет, везут, ведет. Далее. Куда едет эта женщина с ребенком? Она несет. Нет, она ведет к врачу. Ведет к врачу, ребенка к врачу. Она же едет, значит, ведет. Угу. Далее. Куда идет машина? Мужчина. Мужчина. Мужчина с светами. Угу. Он? Он несет. Несет. Угу. Их на день рождения жене. Далее. Несет. Куда идут Том с братом? Том? Окей. Том. Ну, Том ведет брата на выставку. Ведет. Далее. Куда идут почтальон с газетами и журналами? Он? Он несет. Он несет нам газеты и журналы. Так, далее. Куда идет это официант. Официант с закусками. Он несет. Угу. Он несет закуски в банкетный зал. Везут. Кому едет эта девушка с тортом? Она несет торт подруге.
Читай, Ела. Угу. Давно. Давно-давно. Жила. Гудая. Она была большая и красивая. Гора никого не любила, любила только себя. Однажды солнце спросило гору, почему ты такая сердитая. Ведь я дарю тебе тепло. Арика спросила и у горы. Тебе не скучно стоять без дела. Тебе не нравится мои песни. Удивися. Ветер. Года сердита. А вестила. Я самая большая и красивая года. Вам дано. Надо. Все дела для меня. Рассердились. Солнце, река и ветер. Осенью. Пошел. Ветер. Стан холодным. Горе было холодно. Летом солнце грело гору, и ей было очень жарко, что падали камни. Прошло много лет. Однажды гора посмотрела на себя в реку и увидела, что она стала маленькая и некрасивая. Ей было трудно поверить, что это она. Заплакала гора и плакала. Так долго? Долго. Что на месте, где стояла
Гора, Астанция, Тонка, Денли, Песок. Дети увидели это песок и начали играть на нем. И никто не вспоминал, что раньше здесь была высокая и красивая гора. Молодец. Так, смотрите, есть. Ну, еще можем маленький текст такой. Да, тренировочки. А, нет, это мы уже прошли. Так. Вот, давай еще такой маленький текст. Диана, Растения, Воробей Фома увидел сороку вину, сину. Она гнила, Будила саву симу. Вставай, сима, скоро гости придут и стрекотала сорока. Дай поспать. Уф, их, тихо. Бон матала, сима. Палет, тела. Сорока к высокой березе. Там было гнездо соки. Соки. Сока спой. Разбуди саву симу. Папа стила сорока спела сойка. Проснулась сова. Увидела лачай. Обрадовалась. Потом. Хорошо. Ну, на сегодня давай уже все. Молодец. Давай тогда до следующего урока. Хорошо? Окей. Все? Ата.